У него был выбор. Выбор или предать товарищей своих сослуживцев, стать, значит, в ряды боевиков, с ними сотрудничать, или же остаться верным присяге. Он выбрал второй путь и погиб. 3 года назад, 22 августа 2010 года, на Северном Кавказе погиб смертью храбрых подполковник погранслужбы ФСБ России, уроженец Канарского района Чувашии Руслан Желудкин. Люди умирают, но память о них остается. О ком-то скорбят только родные и близкие, кого-то с благодарностью вспоминают друзья, коллеги. Но уйти из этого мира и остаться в нем навсегда суждено лишь настоящим героям. Фильм «Честь выше жизни», посвященный памяти пограничника Руслана Желудкина, выходит в эфире 31 августа в 18 часов.